В Москве каждый вечер происходят светские мероприятия. И если одни из них изначально обречены на успех, то организаторы других всеми силами пытаются заманить на свою вечеринку самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса. Что интересного произошло в Москве на этой неделе и кто где побывал, вы увидите прямо сейчас. Сегодня у нас такое событие в области шоу-индустрии, которое называется Art Music Fest. Это фестиваль и также ярмарка вакансий для специалистов в области шоу-индустрии и вообще развлекательного сектора. В шоу-бизнесе не хватает профессионализма. Проходили мастер-классы Сергей Балдин. Он учил наших артистов, начинающих и топовых, а также продюсеров и директоров звезд, как, собственно, в сегодняшних реалиях можно грамотно продавать свой музыкальный продукт. Делайте интересное видео. Направляйте это видео в интересное структурированное пространство, таким, как являются какие-то из музыкальных каналов. Формируйте, может быть, свое пространство. И вам гарантирована огромная аудитория, которая это будет смотреть. Очень интересная и познавательная для многих была лекция и мастер-класс от Романа Емельянова. Он учил артистов, как попасть, в конце концов, в эфир радиостанции. Тут, конечно, вопрос, прежде всего, контента. Каждой песни в отдельности. То есть, если еще там лет 10-15 назад любит страна Филиппа Киркорова и ждет новой песни Филиппа Киркорова с воодушевлением, и чтобы это была не за композиция, то все с огромным удовольствием потребляется. Сегодня ситуация, на мой взгляд, поменялась кардинально, потому что люди уже не мыслят такими категориями, как артист, мыслят категорией песня. В тот момент, когда артист выпускает на рынок песню, которая не отвечает какому-то социальному запросу, они говорят: нет, извините, мы как бы при всей любви, Филипп Петрович, да, как бы дайте нам что-нибудь другое. И то же самое с молодыми начинающими исполнителями, да, то есть они могут совершенно не знать того или иного человека, но с помощью, опять-таки, промо какого-то, развития через интернет, совершенно новые, молодые, никому не знакомые имена великолепно себе выбиваются без помощи каких-то бешеных бабок или продюсерских ходов, просто потому что аудитория выбрала и сказала: вот эта песня нам нравится. Мне очень понравилось. А кто был слушателем? Что за публика была? Это студенты, люди с улицы или это профессионалы? Я хотела бы отметить, что на самом деле на сегодняшнем мероприятии не было людей с улицы. Это были диктора артистов, были сами артисты, звукорежиссеры. То есть это такой обмен опытом? Да, конечно. Сегодня вы пришли поделиться опытом с молодым поколением? Я не знаю, ну, я постараюсь, ну, я не собираюсь никого учить что-то делать на сцене, просто человек должен быть честным, чувствовать публику, что ей нужно, и отдаваться на сцене полностью. Тогда любовь, она, в общем-то, долго не заставит ждать. Я на сцене уже
Вот скоро будет уже 20 лет, в следующем году, как группе «Иванушки». Вот я еще успел что-то сольно сделать, за что мне тоже, в общем-то, не стыдно и приятно. Чтобы не забылось то, что не сбылось тогда. Богданка, расскажите, пожалуйста, вот для вас, что такое Art Music Fest? Это фестиваль, который проводится впервые. Art Music Fest, вообще слово «арт» почему-то в моей голове складывается как какое-то креативное искусство. Я просто не знаю, что здесь происходит. Меня позвали, я выступаю, мне хорошо. Я люблю сцену, я даже лучше себя чувствую на сцене, чем... Чем вот здесь перед камерой. Перед камерой, да. А можно специально для нас что-нибудь исполнить, а? Ну, можно... Так вот живую, прям лайв. Поехали. Специально для Style TV, Бахтанг. На этой неделе сразу несколько представителей шоу-бизнеса презентовали публике свое новое музыкальное творение. Как это было, смотрите прямо сейчас. Певец, композитор и экс-участник группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев завершил работу над своим третьим видеоклипом «Моя осень». По сюжету клипа в шумном городе среди суетной толпы герой Тимофеева встречает свою любовь – девушку «Осень». Роль рыжеволосой незнакомки исполнила модель Анна Сеева. Работа над видео велась в Москве и подмосковном Славино. Там проходили съемки эпизода, где Тимофеев скачет верхом на коне. Орловского рысака по кличке Норматив музыканту предоставила местная конюшня. Для съемки эпизода, в котором Николай играет на рояле на открытом лугу, была задействована воздушная техника. Белый инструмент был доставлен в Славино на вертолете. Съемки в городе проходили в реальном времени и среди реальных прохожих, многие из которых по окончании процесса выстраивались в очередь за автографом. Премьера клипа уже состоялась на всех музыкальных каналах страны. Не так давно в одном из ночных клубов Москвы состоялась премьера первого клипа нового артиста, имя которого, по словам продюсеров, в самом скором времени обещает взорвать российский шоу-бизнес. Все подробности столь важного мероприятия держались от прессы в строжайшем секрете. Презентация клипа проходила под лозунгом «Иду туда, не знаю куда, вижу то, не знаю что». Узнать имя и увидеть новое дарование пресса смогла непосредственно на самом мероприятии. Многообещающий проект носит название «Маркус». Надо отдать должное организаторам этого праздника, так как пресс-релиз был составлен весьма лаконично. Никаких дифирамбов и хвалебных эпитетов в пользу новоиспеченной звезды шоу-бизнеса. Сам артист, его музыка и дебютный клип – все это должно сказать само за себя и стать неоспоримым подтверждением таланта Маркуса. Ведь уже думать о земном, а не жить во снах. Ну разве что-то на земле может быть чудес, чем пересчитывать нон-стоп твои смс-ки. Провожать тебя под вечер или ждать утром. Думаю только о тебе, но пройдет сутки. И потом как-то днем написать песню о тебе и обо мне, о нас вместе. К тебе прижаться хочется, как в первый раз. Нежность твоей руки здесь и сейчас. И пусть одиночество гасит огни. Тебе прижаться хочется, не уходи. Главными почитателями таланта Маркуса в этот вечер стали представительницы прекрасного пола. Девушки лихо отплясывали под новую и, видимо, пока единственную песню молодого исполнителя. Сказать, что первый блин прошел комом, про этот дебют нельзя. Маркус смог привлечь внимание прессы и к себе, и к своему творчеству. Гостям этого праздника жизни скучать не приходилось. На сцене публику развлекали зажигательные девушки и насыщенная шоу-программа. Маркус не пренебрегал вниманием прессы и растерянно позировал фотографом.
То ли длинноногие красавицы смутили молодого исполнителя, то ли неожиданно повышенное внимание папарацци. Как итог, все остались довольны. Как заявили организаторы в пресс-релизе, возможно, именно сегодня на ваших глазах состоится рождение новой звезды. Что ж, возможно. Не так давно певец Андрей Ковалев представил на субпублике свой новый клип на песню «А мне все снятся твои глаза». Среди желающих увидеть видеоролик первыми были замечены певица Катя Лель, актер Алексей Панин, политик Алексей Митрофанов и многочисленные друзья певца. Веселое застолье переросло в концерт по заявкам, и Андрей Ковалев исполнил для собравшихся свои самые лучшие песни. За окном, а мне все снятся твои глаза, на ресницах твоих слеза, не забыть мне и не вернуть твою любовь. Не так давно состоялось официальное открытие нового бутика «Богнер», где ведущие дизайнеры марки представили новые коллекции основных линий одежды бренда. Страсть к спорту и моде движет брендом «Богнер» уже более 80 лет. Марка, чьи первые модели создавались вручную на небольшой фабрике в центре Мюнхена, за 8 десятилетий превратилась в международный бренд с характерным символом «B», синонимом высококачественной эксклюзивной одежды для активного образа жизни. В настоящее время бренд представлен в более чем 30 странах мира и насчитывает несколько направлений комфортной и красивой одежды, среди которых есть женская, мужская и детская линия. А производство аксессуаров, сумок, джинсов и рубашек, а также оборудование для горных лыж и гольфа дополняют модное портфолио. Новый магазин, созданный по эскизам лучших архитекторов Германии, является воплощением лучших традиций бренда – комфорта и современного стиля. Интерьер, выполненный в теплых светлых тонах, создает атмосферу уюта, а внутреннее пространство позволяет свободно разместить все коллекции бренда «Богнер».